Ташкенте стартовал гастрономический фестиваль «Ташкент Food Fest 2022». На нем представлены более 60 брендов национальной и европейской кухни, а также кофеен и стейк-хаусов. Особое внимание на фестивале в такую жаркую погоду уделяется необходимым прохладным напиткам и мороженому. На мероприятии принимают участие более 10 известных производителей этих сладостей. Мероприятие проходит на площадках около гостиницы «Хаят Редженси» и Национальной библиотеки имени Наваи. Я здесь первый раз, конечно, впечатление очень хорошее, огромное впечатление. Когда ты видишь много фургонов, и так хочется где-нибудь покушать обязательно. Да, у меня есть как бы любимые бренды. И это очень удобно, то, что все бренды сейчас находятся в одном месте, и можно все попробовать. Да, по чуть-чуть. Вчера я попробовала только самсу, очень вкусное. Надеюсь, что в течение следующих 10 дней я смогу все с удовольствием по очереди попробовать. Мы очень благодарны ташкентскому хакимиату за то, что организовали такой фестиваль. Здесь готовится блюдо один лучше другого. Все очень вкусно. Вот возле меня чудесный хорезмский плов в процессе готовки. Ташкент Food Fest продлится до 7 августа. И в течение всех 10 дней посетителей будет ждать разнообразная развлекательная программа, включающая выступления звезд узбекской эстрады, призовые розыгрыши, танцевальный шоу и многое другое.